Всем доброе утро, и сегодня у нас будет влог. У меня сегодня первый день каникул, и наконец-то я смогу устроить такую некую перезагрузочку, скажем, погулять и просто хорошо провести время. Я планирую только гулять, немножечко отдыхать в первой половине дня, во второй половине приступать ко всем тестам и курсам, так что нужно просто немножко отдохнуть. Побежали, потому что я надеюсь, что будет очень хороший день. Посылка с Натина. Заказывала резинки от Invisibubble, потому что мне кажется, для меня это просто самые прекраснейшие резинки, которые вообще могут быть. Я не знаю, почему они положили настолько большую коробку, когда это все, что я заказала. Вот. И также дали еще промокод на парфюмерию. И не обзорчик. А эти резинки, которые я восхваляю просто всем, потому что они самые прекрасные, и на самом деле очень чувствуется разница между обычными пружинками и именно от Invisibubble. И, если честно, они просто идеальнейшие, потому что они безумно долго служат и просто прекрасные, вот и все. Одно я заказала такого плана, чтобы делать пучок с такой объемной резинкой. Она очень красивая, здесь нарисованы такие звездочки, месяц, и очень красиво на самом деле. Второй наборчик — это просто самые обычные резинки, прозрачные. Их, опять же, очень надолго хватает, и они просто, ну, безумно классные, так что просто такая красота. Сегодня последний день каникул, и у меня промелькнула очень гениальная идея, по моему мнению. Я безумно сильно хотела обойти все такие главные соборы Киева, можно так сказать. Одну прогулку я хотела обойти Софийский собор, как раз таки, вот, я уже на территории. А я хотела обойти также Золотые ворота, но, я так понимаю, мы уже туда не успеваем, потому что мы вышли довольно-таки поздно. Андреевская церковь, если повезет, мы туда успеем, вот. Но, если честно, очень красиво, я уже сделала очень красивые фотки, которые я планировала. Только что вышли с самого собора, если честно, это просто, ну, вообще невероятная красота, вот. И вообще, в целом, у нас еще есть время даже, чтобы немножко погулять по территории, но вы видите, насколько все красиво, и вообще очень хорошая погода, немного прохладная. Кстати, в новом пальто, зацените. Сегодня его забрала, поэтому мы так поздно и поехали, потому что я ждала, пока она придет. Вот, и сейчас, как раз таки, мы должны еще успеть в Андреевскую церковь, потому что, ну, я очень хочу. Всем доброе утро, точнее уже день, и сегодня у нас будет слишком много учебы, мне кажется, потому что я немножечко запустила всю подготовку, все курсы и тесты и все остальное, так что нужно сегодня как раз таки это все возобновить
И поэтому сегодня у нас такой будет день учебы. У меня в 5:30 сегодня вебинар с историей, и поэтому до этого времени мне нужно допроходить тесты с руины. Это, если честно, тема мне очень тяжело далась, и я просто два раза ее переслушивала. И поэтому сегодня утром как раз таки дослушала ее и уже начала проходить тесты, так что там осталось буквально 3 теста. И в принципе мы будем очень даже молодцы. И также нужно будет сделать домашку с английского, там ее очень много, так что тоже нужно с этим что-то делать. Я надеюсь, что сегодня будет такой максимально спокойный, продуктивный день. По крайней мере, я очень на это надеюсь, что так и будет, потому что у меня просто уже не хватает времени, если я буду это откладывать, так что просто нужно все начинать делать. Один тест есть, я, в принципе, довольна, так что проходим еще один. Короче, прошла я последний тест с темой руины. Сейчас буду готовиться к вебинару, потому что через полчаса как раз-таки он будет. Я безумно устала, но у нас еще просто полно работы, так что нужно работать. На самом деле, помимо истории с курсов, мне нужно постоянно учить и сдавать историю как раз-таки в школу. Очень выбивает из колеи, и все периоды просто, ну, безумно путаются между собой. Но ничего я с этим поделать не могу, и просто нужно сдать. Это 8-я тема, если брать в сумме историю Украины и также всемирную. Так что, в принципе, очень даже довольна. Все равно, как бы, еще учить и учить. И тут уже большие пошли темы, так что не отвяжешься, скажем. Что у меня закончился вебинар, на самом деле я поняла одно. Пока я пыталась максимально вникнуть и понять все какие-то договора, какие-то непонятные моменты, все битвы и все остальное по руине, я забыла абсолютно все, что было после руины и все, что мы проходили. Это очень печально на самом деле, так что сейчас я просто буду в бешеном темпе это все проходить, потому что просто мне не хватает на все это сил и времени. И мне вообще кажется, что за все каникулы я, наверное, только один день нормально отдохнула и выспалась. Мне это абсолютно не нравится, но у меня просто нет другого выбора, потому что я понимаю, что потом во время школы, во время всех уроков это будет вообще нереально сделать, это будет безумно тяжело. Так что сейчас самое главное сегодня проходить всю историю. I'm obsessed with you. Sorry if I'm still obsessed with you.